Спрос растет. Темпы вакцинации в Югре оценили на федеральном уровне. Накануне заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что наш регион входит в список лидеров в этом вопросе. В Сургуте ежедневно вакцинируется от коронавируса порядка 1500 человек. Привиться можно как в поликлиниках, так и в мобильных и выездных пунктах. Один из таких, расположенный в торговом центре «Сити Молл», вчера достиг рекордного показателя. Иммунизацию прошли 130 человек за один день работы. Из-за ажиотажа в медкабинете увеличили время приема. Теперь вакцинироваться в Ситимолле можно с 11 утра до 9 часов вечера. Главный врач первой городской поликлиники Максим Слепов отметил, что ситуация с ковидом в Сургуте вновь принимает тяжелый оборот. Медики возвращаются к круглосуточной работе. В госпиталях разворачивают дополнительные койки. Вакцинация, по словам специалистов, не только убережет от инфекции, но и поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения. Гамка Литвак, это спутник, ну, или экспортное название спутник ВИ, сегодня ее производство этой вакцины нарастили, она хорошая вакцина, мы еще с сентября прошлого года мы используем эту вакцину, мы видим результаты, мы видим эффективность этой вакцины, практически врачи еще мы видим. Мы сами работаем с инфекцией, вот я вакцинировался в сентябре прошлого года, я, ну, слава богу, вот, меня эта вакцина защищает.